послов принимать будет. Ответ даст, кому Москва платить будет. Либо Ганзе, либо ливонцам. Великий князь московский Иван Васильевич. Не достать пока великому князю московскому под ногами желанной опоры. А над князем московским ангел гневной апокалипсической твердой ногою вселенную попирает.
Ныне впервые князь московский венец царя всея Руси на себя возлагает, и тем навеки многовластию злокозненному боярскому на Руси предел кладет. Но дабы русскую землю в единой длани держать, сила нужна. А посему учреждаем мы отныне войско служилое, стрелецкое, постоянное. Кто же в войсках тех государевых сам не сражается, тому в великих походах царских деньгами участвовать. Так же и святым монастырям нашим отныне великими доходами своими в воинском деле участвовать, ибо казна и земли монастырские накопляются, а русской земле с того пользы нет. Нужна сильная власть, дабы выгнуть тем, кто единству державы российской противится. Ибо токмо при едином, сильном, слитном государстве внутри твердым можно быть и вовне. Но что же наша отчизна, как не тело, по колено и локти обрубленное? Верховья рек наших, Волги, Двины, Волхова, под нашей державой, а выход к морю их в чужих руках. Thank you.
Поднял.
конец пришел. С миром прощаюсь. Крест целуйте наследнику, законному Димитрию. Сыну крест целуйте. Сына прошу о единстве земли русской молю. Петр, Ростовская Семен, Иван Иванович, Турунтай Пронской, пример подай. Молчишь, Турунтай, не мой Аполенской. Курлятев, Фуников, по что молчите? Зато прокляты будете, прокляты будете, земли русской предатели, прокляты будете.
не выкупался, весь выгрязнился. Окупавшись, попёр на гору пошёл, на высокую гору. Идет ли кто, не ищет ли что? Охотники свищут, чернобобра ищут, охотники рыщут, чернобобра. Прав ли я в том, что делаю? Не божья ли кара? Прав ли я в тяжкой борьбе своей? И плачу, постясь душою моею, и это ставит в поношение мне. Курбской к Сигизмунду бежал. Андрей, друг, за что? Чего тебе не доставало? Или шапки моей царской захотел? Бояре вновь все против меня народ подымают. Поражением ливонским смущают. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Искал сострадания, но нет его. Утешителя искал и не нашел. Врешь, не сокрушен еще царь московский. Окружу себя людьми новыми, сотворю из них вокруг себя кольцо железное шипами острыми против врагов. Из людей таких, чтоб отреклись от рода племени, от отца матери, только царя бы знали, только во волю царскую творили. В Александрову слободу иду, не походом вернусь, на призыв всенародный возвращусь.
Они чели этот засос.